Статуэтку должен взять исключительно я. Вы извините, я простужен. Подождите, ушла. Вы меня волнуете. Так, так, на чем я там закончилась? Немножко секса, детка. Так, так, что еще? Я ничего-то не сказала. Не договорил еще. Что-то. Меня зовут? Да, я тебя хочу спросить, а как меня зовут? Мы струнный квартет с большим опытом. Ага. Меня зовут Адабецкая Кристина. Представляю... Ну что такое? Если я буду еще 10 раз говорить, все, я ничего не скажу. Нет. Так, раз, два, все. Более простого и более легкого определения в море я все, я уже поехал. Атончик энд персонель статском спуску и это повод, так, состоявший, нет. Фак. Несет вперед, несет. Я что-то, как будто клин такой. Можешь пока вот ничего не брать, не шоркать, не хлопать двери. Самыми главными коллекциями помолвочных коллекций являются коллекции. Задаша. Что с этим? Наша задача в том... Ёлы-палы. Вы знаете, я, походу, никогда не сняла. Давай. Скажи сама. Мы не Лев Лещенко, Игорь Крутой. Я расскажу немножко о себе. Опыт работы... Нет. Показы мод я забыла. Не, ладно, без показа. Пофиг, да? Понятно. Угу. Еще нет. Там лампочки все работают. Здравствуйте, меня зовут Елена. Удочерите меня, я вас очень прошу. Вы, пожалуйста, терпите меня. А как это можно сделать? Извините. И еще раз для тех, кто не понял, что я ведущая на вашу свадьбу. И что я готов ее провести. Любовь, прекрасное чувство молодоженок. Чуть не заплакала. Боже мой, как все было прекрасно в начале. Достойно получить... Давайте, что я там говорила, это все вырежем. Каждый заказ обсуждается индивидуально. Нет, это уже было сказано, ёкалывано. Время, друзья, обернуть все в лучшую сторону. И в это лучшая сторона... Это лучшая сторона, это по-молдавски. Это не ко мне. Профессиональное оборудование – это то, без чего не обойдется ваше оборудование. Ваше оборудование. Я постаралась сделать свое шоу зрелищным и разнообразным. А тончика персонально стала дуби. Это все нормально?